Вітаю. В останні дні минулого тижня ми відзначили День фізкультурника і спортсмена. Нам є чим пишатися. Чи багато наших спортсменів дійсно видатні результати дають? Ну, один вусик чого значить. Але я впевнений, що багато хто з вас теж так думає. Найбільшу шану ми віддаємо тим, хто, маючи якісь фізичні вади, тренується і досягає дуже великих результатів у різних видах спорту. Сьогодні мова саме про цих хлопців, які мають великі успіхи у такому спорті, як параканої. І сьогодні до нас завітав старший тренер збірної України з цього виду спорту В'ячеслав Загреба. Добрий день, В'ячеслав Миколаївич. Я дуже рад, що ви знайшли время к нам прийти в гості. Ви знаєте, дійсно, от завжди, коли смотриш репортажі, ну, як правило, з паралімпійських ігор, да? Ну, просто поражаєшся цим ребятам і дівчатам, которые, ну, не благодаря, вот мне так кажется, а вопреки очень многому, ну, достигают того, чего не всегда нормальный человек достигнет, я в этом убежден. Ваш вид спорта – параканоэ. Ну, во-первых, что это за вид спорта и какие ребята у вас в сборной? Ну, этот вид спорта олимпийским стал, решение было принято сделать его олимпийским после Олимпиады в Лондоне 2012 года. И уже в 2013 году мы первый раз выехали на чемпионат мира в Дуйсбург. Что это за вид спорта? Это гребля на байдарках и каноэ. Немножко подстроены лодки под паралимпийцев. Немножко другие стандарты, чем у здоровых спортсменов. Для того, чтобы спортсмен более-менее себя комфортно чувствовал в лодке. В 2013 году мы первый раз поехали на чемпионат мира в Дуйсбург. Довольно-таки прилично там выступили, завоевали. Александр Николаевич, я прошу прощения, давайте сначала о том, что это за ребята. Давайте вот мы их просто поймем. Ну, на сегодняшний день у нас в команде 6 спортсменов, которые вот приехали только с чемпионата мира. На Паралимпиаду в Рио ездило у нас 3 спортсмена. Это Николай Синюк, он занял 4-е, ну, высокое место, 4-е. Наталья Лагутенко, представительница нашей области, заняла серебряную медаль, завоевала серебряную медаль. И Сергей Емельянов завоевал золотую медаль. То есть мы привезли с Рио, с Паралимпиады, 2 медали, золотую и серебряную. Вы ожидали эти результаты? Я понимаю, что вы хотели их достичь, но они ожидаемы были. Мы рассчитывали на эти результаты, но как бы мы не загадывали, у нас нельзя что-то там планировать, что вот я завоюю золотую медаль. Нет, мы так не можем, как бы плохая примета, скажем так. Но стремиться к этому надо. Стремиться нужно, безусловно, к этому. Надеялись, рассчитывали и в конце концов добились. Вообще, своего. Этот вид спорта, он конкурентный, вот, как говорил Василий Иванович, в мировом масштабе. Конкуренция очень высокая. Представлены на Паралимпиаде были все 5 континентов. Для Международного паралимпийского комитета достаточно, чтобы ввести вид в программу Паралимпиады, достаточно, чтобы были представлены 3 континента. У нас было представлено 5 континентов. То есть практически развивается этот вид спорта во всем мире. А где самые сильные спортсмены? Европа. Традиционно Европа, как и у здоровых, так и у параканоэ, очень сильные спортсмены в Европе. Британия очень сильная. Наверняка австралийцы? Ну, австралийцы, да. Сейчас по последнему медальному зачету чемпионата мира Австралия заняла первое место, Британия второе, и мы третье место. Третье место. Опередили очень мощных соперников. Всего было представлено на чемпионате мира 36 стран по параканое. Где он проходил? Чехия. Сколько еще раз в нашей сборной было человек? Шесть человек.
наших дніпропетровців? Два чоловіка було представлено. Це Наталя Лагутенко, вона завоювала бронзову медаль на чемпіонаті міра. І молодий спортсмен, зараз ми його тільки перший раз вивезли на чемпіонат міра, попав в фінал, ну, зайняв доволі-таки для себе високе місце, восьмое. Ну, учитывая то, що йому тільки 18 років, він тільки росте, ми сподіваємося, що у нього все вийде. От, кстати, об этом. Вячеслав Михайлович, вот мы знаем имена уже сложившихся спортсменов, ну не только паралимпийцев, я вообще имею в виду. Всегда знаем тех, кто уже победил, кто может еще побеждать. А как вот готовиться им, вот в вашем поле есть это вот в параканое, мальчишки, которые этим хотят заниматься, или к этому приходят уже в возрасте? Здесь есть вот такая база, как говорится, младшая подготовки спортсменов или нет? Ну, не обязательно приходит в возрасте. Нас мы проводим, чтобы привлечь спортсменов, желающих заниматься этим видом спорта. Мы проводим Кубок Украины и Чемпионат Украины. Приглашаем, присылаем вызова, чтобы спортсмены привозили, мы их просматривали, более перспективных уже приглашали в сборную команды страны, и там с ними работали. Безусловно, хотелось бы уже получить готового спортсмена, такого сформировавшегося. Не обязательно, что он занимался греблей. Может, он получил травму, а до этого он был спортсменом, там, в детстве занимался легкой атлетикой или еще каким-то видом спорта. Тренированный, чтобы был. Да. А приходится и растить с самого детства, там, с 15-16 лет. Вот мы его ведем, растим. Никто не может дать гарантии, что мы с него вырастем. Будет он чемпионом, не будет он чемпионом. Но, тем не менее, мы должны дать ему шанс пройти этот путь до конца. У нас была и возрастная женщина-спортсменка, ей было там 58-59 лет. К сожалению, она завоевала лицензию на Паралимпийские игры, завоевала на лицензию, но получила травму и не смогла поехать. У нас было на самом деле 4 лицензии, а поехало только 3 спортсмена. Нам пришлось отказываться от лицензии, потому что заменить нам ее было неким, а выступать она не могла, она получила травму плеча. Тоже мы ее вели до конца, давали ей возможность реализовать себя. Она была серебряная призерка чемпионата мира в 2013-2014 году. В 2015 году она была бронзовая призерка чемпионата мира. Ну вот не дотянула она до Паралимпиады. Не сложилось. Не сложилось, да. Хотя она выступала до этого и там в академической гребле, она в бикини участвовала на Олимпиаде, заняла там 4 место. Тоже немножко не дотянул. Ну, такая вот, вот такой вот урок у человека. Вот вы сказали, лодки для паралимпийцев, вот особые есть какие-то конструкционные, я понимаю, вещи, которые служат, ну, чтобы было более комфортно спортсмену, да? А вот то, что касается тренировок, есть какие-то особенности в тренировках вот для таких ребят, у которых есть какие-то проблемы физические в сравнении с обычными спортсменами? Или тренировка, она и есть тренировка? Вы знаете, вот сама тренировка, методика тренировки особо не отличается. Вот нам нужно подготовить дистанцию 200 метров, и мы ее готовим. У нас дистанция только 200 метров. У здоровых там 500, 1000 метров. На каждую дистанцию своя методика тренировки. Мы готовим 200 метров. У нас проблема в чем у инвалидов? Это усадить его, чтобы он себя мог комфортно чувствовать в лодке. Если у кого-то нету двух ног, у кого-то одной ноги нету, у кого-то поражение спины. И нужно создать человеку комфортные условия, чтобы он мог грести, чтобы он мог себя реализовать, максимально приложив свою силу и максимально показав то, на что он может быть способен. Максимальный КПД выложить, да? КПД, совершенно верно. Вот в чем как бы, основное, ключевое отличие от здоровых спортсменов. А в остальном, ну, понятно, там погодные условия для Украины там не всегда некомфортные для гребли. Декабрь, январь, февраль, ну, отпадает. Ну, в этом году нас уже первый раз вывезли в Португалию на сбор. Я вам скажу, он сделал огромный шаг, мы на нем сделали, отработали очень хорошо. Ну, чтобы вы понимали, 20 февраля мы выходим на воду, на улице плюс 20. Безусловно, мы там отработали 21 день, спортсмены
получили колоссальную материально-техническую базу, аэробную базу. И вот уже мы это все превратили в медали Кубка мира, чемпионата Европы и чемпионата мира. Когда они проходили, кстати? Значит, в мае месяце проходил чемпионат Кубок мира, где мы завоевали две медали. Серебряную медаль завоевала Наталья Лагутенко, и золотую медаль завоевал Сергей Емельянов. Ну, говорили об этом, да. Это Кубок мира. Потом в Пловдиве в июле месяце проходил чемпионат Европы. Довольно-таки успешно мы выступили. Наталья завоевала золотую медаль в каноэ там. Николай Синюк, который был четвертым на Паралимпиаде, завоевал серебряную медаль. Наконец-то он разменял свое четвертое место. Вот вы знаете, очень тяжело психологически переносить, постоянно быть четвертым. Он до этого был на чемпионате мира четвертым, он завоевал лицензию четвертым, он приехал на Паралимпиаду четвертый. И вот мы, первый сезон после на Кубке мира он плохо выступил. И вот первая его серебряная медаль чемпионата Европы, вот человек вошел. Дыхание пошло. В призы, попал в призы, и это ему дало очень сильный, мощный психологический поток. Он говорит: Вячеслав Николаевич, я буду работать еще два раза больше. Вячеслав Николаевич, вот, кстати, вы говорили, поехала сборная Португалии тренироваться, да? Вообще это что, исключительный вариант? Выезды за границу на теплую воду – это редкость? Мы молодой вид спорта. Мы только себя показали, первая Паралимпиада, мы показали, что мы есть, что мы в мире конкурентоспособны, и наши труды уже воплотились в то, что то нас повезли. Вас начали видеть. Нас начали видеть, совершенно верно. У нас такой вид спорта, что, ну, чтобы вы понимали, мы приехали на эту базу, на базе сидит, на этой Неловская база была, вся Европа. Латвия, Венгрия, Польша, Германия, огромная база, отличная акватория, и все сидят на воде. Как мы можем конкурировать с этими странами, если мы не будем получать воду? У нас, ну, февраль месяц, у нас, извините, стоит лед. Ну да, хорошо, мы позанимались ОФП, мы поплавали в бассейне, мы потягали штангу, мы покрутили тренажер, в конце концов. Да, но это все искусственно, нам нужна вода. Хотя конечно. ФП тоже нужно, бассейн, этот самый ФП нужно, безусловно, без этого, чтобы... И отдыхать от воды нужно. Но не 3, не 4 месяца. Месяц. А, кстати, вот то, что касается экипировки, оборудования, это все у команды есть? Но на сегодняшний день мы более-менее... Как держава вообще вот к вам относится? Держава, я вам скажу, по большому счету, перед Олимпиадой было закуплено нам 3 фирменные лодки. До этого мы силами Днепропетровского иноспорта, силами Зайцевой Елены Андреевны покупали эти лодки, чтобы было хотя бы на чем тренироваться. Было, ну, пока, ну, молодой вид спорта, ну, ноль, полный ноль. Вот нет у нас ничего. Ну а чтобы доехать до Олимпиады, нужно завоевать лицензию, нужно воспитать, вырастить спортсмена, нужно, ну, где-то взять весло. Ну, с нуля все понятно. Да. Да. И уже после Паралимпиады, перед Паралимпиадой нам закупили лодки, и после Паралимпиады вот мы уже, постоянно идет прогресс. Уже на Паралимпиаду в Токио уже новые модели лодок выходят. Уже нам предлагают их пробовать. Уже эта лодка выигрывает какие-то там доли сотой секунды у старой лодки. И мы не можем не идти с ними в ногу. Если мы хотим сохранить лидирующие позиции в мире, ну, кроме вот этих всех сборов, кроме всего, нам нужен инвентарь. Без него мы никуда не уйдем. Все должно быть самым современным. Совершенно верно. Совершенно верно. Причем там заводы, которые лидеры в мире, они там, целые научные институты работают на то, чтобы усовершенствовать эту аэродинамику, чтобы лодка максимально была... Минимально... Чтобы ловила сотые секунды, да? Да. Ну, там идет, ну, чтобы вы понимали, на Олимпиаде выиграл Емельянов 60 тысячных секунды. Ну, это в глазу практически не видно. Ну, вот это говорит
о конкурентной среде. Да, и если мы говорим уже о чем-то более серьезном, чтобы привлекать еще спортсмены, то у них у всех должен быть этот инвентарь. Александр Николаевич, вот знаете, всегда интересовало вот что. Вот когда смотришь на телеэкране, когда ребята соревнуются, ну, не в вашем виде спорта, вообще паралимпийцы, но порой кажется, что через такие усилия себя человек пропускает, и что ему дает возможность там вырывать победу или входить в призеры, ну, просто на каком-то таком полумгновении ловишь это выражение лица, состояние его, вот все его состояние, что ли, и думаешь, к чему это, и думаешь, вот что ему помогает. Я понимаю, сила воли, характер. Но какие-то бывают моменты переживания сумасшедшие, мне так кажется, на лице просто написано. Вот как эти ребята вообще вот чувствуют себя в процессе соревнования, если я сумел объяснить вам свой вопрос? Я вас понял. Психологическое состояние. Вы говорите состояние. На нашем простом слове, это мандраж. Как каждый спортсмен переносит мандраж перед стартом. Мандраж есть у всех, до одного спортсмена, от олимпийского чемпиона до самого последнего. Вот он выходит на старт, он испытывает какой-то дискомфорт, волнение, выброс адреналина в организм. Но каждый спортсмен по-своему его переносит. Есть спортсмен, который на тренировках там показывает там сумасшедшие результаты, там смотришь на секундомер, думаешь, ну, у меня олимпийский чемпион родился. Доходим до самого первого старта, до самого там, простого там, чемпионата Украины. Нету спортсмена. Не смог справиться с этим волнением. И когда человек, допустим, на чемпионате Украины он справился, выезжает на чемпионат мира, там больше ответственность. Ну, вы можете себе представить, чемпионат мира. 36 стран. На тебя смотрит весь мир. Это тоже надо попробовать. На самом деле это не очень-то просто. Каждый с этим по-своему работает над этим. В команде психологов нет? Вы знаете, нам предлагали психолога перед Паралимпиадой. Была самая такая максимальная, работала целая команда. И сейчас с нами работает команда менеджеров, команда администраторов, команда доктор, массажист с нами работает. Я называю это все команда. Не команда, это спортсмен и я. А команда это от уборщицы. Все, от начала до конца, да, я понимаю. Все работают на результат. Да, нам предложили психологов, но не зашел он нам. Вот не зашел он в команду, почему-то поговорил с одним спортсменом, с другим спортсменом. Не приняли. Не приняли, не восприняли его как-то, вот не знаю почему. Ну, у каждого своя судьба, у каждого своя история. И поверьте мне, не самая простая у каждого ситуация. Многие пережили в этой жизни, когда получают такие серьезные травмы. Александр Николаевич, у нас осталась буквально минута. Кратко. Какие старты впереди? Сентябрь, на сегодняшний день, на сезон закончился. Первый сезон после Паралимпиады. На следующий год у нас та же программа: Кубок мира, чемпионат Европы, чемпионат мира. И уже в 2019 году, через год, лицензионный чемпионат мира. Мы уже будем отбираться на Паралимпиаду в Токио. Основной старт, все идет, вся работа идет на Токио. И теперь нужно доказать, что вы уже не совсем молодая команда. Спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо вам. Я нагадаю, що сьогодні ми вели мову про паралімпійців. І нашим гостем був старший тренер збірної України з пари каное В'ячеслав Загреба. На все добре.